Паток аўтамабіляў на станцыях дыягностыкі з пачатку года скараціўся на 11%, а па статыстыцы 30% беларускіх аўтамабілістаў ездзяць па дарогах без тэхнічнага агляда. Такое становішча выклікае ў спецыялістаў занепакоенасць. Адсутнасць тэхагляда – пагроза бяспекі для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. На станциях техогляду чарги з автомобиля у нема. Клиентов, кажут специалисты, не шмат. Некольки авто у годину. Такого, означают специалисты, николи не было. С начала года порядка 14 тысяч автомобилей. А в прошлом году какие были? Ну, на 10-15% больше, порядка 15-16. Станции пустуют? Не полностью, но, конечно же, поток очень сильно уменьшился. Стан аўтатранспарта таксама выклікае занепакоенасць. Па статыстыцы, з першага разу тэхагляд праходзіць толькі кожны пяты аўтамабіль. Основные неисправности распространенные. Тормозная система, неисправность, рулевое управление. Редко, когда внешние световые приборы. Один из нешматлікіх клиентов станции диагностики – магилёўчанин Юрий. Его «Опель» хоть и не новый 2000 года, а техогляд прошел с первого раза. Когда покупал автомобиль, сразу у хозяина уточнил, можно, ну, как бы, автомобиль сам прошел техосмотр или нет, он сказал «да». И в первое же время сразу же загнал на техосмотр, и авто прошло само. Как бы, но в этом году пришлось заменить тормозные колодки, и все отлично, все прошло. Засталося только оплатить державную пошлину, каже Юрий. Госпошлина 1 300 000 старыми и 223 000 это за сам техосмотр. Однако 30% автомобилей в области по-ранейшему ездить по дорогах без техогляда. Большинство водителей отмовляются его проходить за необходимость платить транспортный сбор, кажут специалисты станции диагностики. Меж тем, отсутность техогляда – прямая погроза безопасности на дорогах. Наталья Ильинич, Александр Артемьев, Новий регион.